Волонтерское движение в нашем муниципалитете постоянно развивается. Этому способствует как участие волонтеров в проведении различных акций и мероприятий, так и обучение молодых людей в ходе тематической смены «Я доброволец», об открытии которой мы недавно рассказывали. Наш репортаж продолжает эту тему. 5 дней тематической смены пролетели незаметно. За это время ребята получили много интересной информации, пообщались, приобрели новые навыки и совершенствовали старые. Участники смены узнали, как можно снимать и обрабатывать видеоролики, как правильно утилизировать пластик, чем мусор опасен для здоровья человека и для природы. И еще они успешно познавали азы социального проектирования, что очень востребовано в настоящее время. В течение нескольких дней ребята учились многим важным моментам, которые необходимы в их общественной деятельности, потому что это все волонтеры, они люди, которые помогают добрыми делами. И моя задача была дать им основы социального проектирования. В небольшой короткий срок ребята научились, узнали вообще, что такое понятие проект, из чего он состоит, и научились разрабатывать свои собственные идеи, воплощая их уже в какую-то форму. И сегодня у нас была презентация этих проектов. Большинство ребят справилось с этой задачей, что очень радует. Ребята навели порядок на территории Северного парка. Они собрали весь мусор, который обнаружили там, и наполнили 5-литровую бутылку пластиковыми крышечками, что отправятся на дальнейшую переработку. Сегодня финальный день смены «Я доброволец», которая прошла по классической схеме. Это 5 тематических дней, и наша армия добровольцев Славянского района стало больше на 80 человек, чему мы очень рады. Ребята в смене приобрели новые знакомства, новых друзей и новые навыки, в частности, ведение соцсетей, ТикТок. Также поучаствовали в экологической акции «Чистый парк». Они также написали, самое главное, это проект, который мы думаем, что реализуем в нашем районе. В завершающий 5-й день смены были подведены итоги конкурса видеороликов и вручены награды лучшим командам, собравшим в эко-акции «Чистый парк» наибольшее количество мусора. Также всем успешно прошедшим тематическую смену были вручены специальные сертификаты. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».